Сегодня у нас в гостях очень интересная личность. Его все знают в интернете, хотя он и живет в миллионном городе Харьков, но в интернете его все знают больше. Его фамилия Комаров, зовут Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Я очень давно охотился за вами, хоть и являюсь вашим другом и имею телефоны, но наконец вас удалось пригласить в студию, чтобы задать ряд вопросов. Саш, ну ты меня давно знаешь. Давай вот на «вы» не будем, да? Можешь меня смело называть на «ты». Это называется, извините, хорошее воспитание. Хорошо. Здравствуйте. Не идет «ты». Не идет. «Ты» не идет. Хорошо. Дмитрий. 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 Вот я буду уходить от «ты». Хорошо. В интернете вас больше все знают как предпринимателя, занимающегося инфобизнесом. И мне часто от вас приходит предложение подписаться на уроки, связанные как работать в YouTube. Это от вас приходят мне письма? Уже более года не записываю никаких курсов, никому ничего не рассылаю. Я понял, что это не мое. Я не люблю эту схему, которую у нас в Рунете очень многие любят, собрать подписчиков и потом по подписчикам продавать какую-нибудь ерунду. Не мое, не нравится. То есть сейчас вы себя позиционируете не как инфобизнесмен? Вы все время находите что-то новое и под это собираете своих людей? Саш, я люблю находить разные схемы. Мне интересно все новое, я исследователь, можно так сказать. Рассылки, если кому-то приходят, это не от меня приходят рассылки. Это могут, масса людей могут эти рассылки слать, начиная от бывших партнеров, и заканчивая мошенниками, которые, пользуясь моим именем, от моего имени, пиарят какие-то продукты, рекламируют какие-то курсы. Я ответственно тебе заявляю о том, что уже около года я ничего не записываю, никому ничего не продаю. Скорее всего, это какие-то фейковые вещи. Сколько вы своих клонов знаете? У меня, наверное, 5. Я всех не отслеживаю, и я их даже не закрываю. То есть мне оно до сиреневой лампочки, есть они или нет. Главное, чтобы фамилию правильно писали. Да? В принципе, он не против, это что же, наверное, имя. По большому счету, да, но меня ж пиарят. Фамилию же не путают. А уроки-то хорошие продают. Уроки очень хорошие. Были. Да, собственно. Поэтому наши телезрители и интернет-зрители расстроятся, поэтому Ютубом вы больше не занимаетесь. А почему? Я не могу сказать, что я Ютубом не занимаюсь. Я Ютубом занимаюсь в определенной мере, в рамках того, сколько этому Ютубу необходимо уделять времени. Он не занимает у меня большую часть моей жизни. То есть он работает, немножко приносит. Просто в последнее время в Ютубе стало гораздо сложнее зарабатывать деньги. Но они там что-то начали менять раз в две недели, плееры. Как-то что-то у них все время меняется. И, по-моему, не в лучшую сторону в плане, это называется слово, комфортной среды в понимании того, куда жать. Раньше был простой алгоритм. Сделай шаг один, сделай шаг два, сделай шаг три, получи деньги. А сейчас, действительно, все это усложнилось. И для того, чтобы получить деньги, нужно сделать не один, два, три, а нужно сделать 30 шагов, причем довольно сильно голову поморочить надо для того, чтобы заработать те же самые деньги, которые я сейчас зарабатываю в других темах. А в каких? Не скажу. Это нечестно, надо что-то быть честными перед зрителями. Саш, вы же знаете, если тема жива только лишь тогда, когда зарабатывают не тогда, когда вы первые. Как только в тему начинает приходить масса людей, масса народу, тема умирает и не зарабатывает никто. Я пока в числе первых, я там зарабатываю деньги. Мы это вырежем, надо сказать все-таки, в чем вы зарабатываете, потому что со мной хотя бы надо поделиться, а я уже со всеми телезрителями и интернет-зрителями. Если вырежем. Хоть одним словом. Хорошо, одним словом, Инстаграм. Инстаграм, да? Инстаграм. Все. Потому что в свое время, это давняя история, господин Азаров еще, один из... Гипопотим. Гипопотим, да. Он на одном из совещаний Кабмина сказал, что деньги в интернете, идите ищите. Я помню это, я позвонил вам и говорю, Дмитрий, господин Азаров сказал, что все деньги в интернете. Ну, раз господин Азаров. Да. И Дима сказал, это вот этот же Дима Комаров, говорит, если там, я посмотрю и расскажу. Так возникли эти уроки ютубовские. Мы пошли. Теперь Инстаграм. Надо себе пометить. Это что же социальная сеть, да? Инстаграм это на данный момент тренд номер один. Там же только фотографии, да? Так это ж прикольно. Ага. Это где-то
Его можно сравнить с Ютубом. Вот, но денег там зарабатывать проще, потому что нет всех вот этих вот заморочек, которые придумал YouTube. Сразу после программы, как Дмитрий пока не уйдет, так сказать, надо все-таки попросить рассказать, что там происходит. Я схему не расскажу. Мне семью кормить надо. Я схему никого рассказывать не собираюсь. Всем семьи надо кормить, собственно. Хотя хорошо. Если ты мне какую-то взамен ценную информацию предоставишь, чтобы я мог, или какую-то ценность взамен той информации, которую я тебе дам, тогда мы с тобой пообщаемся. Не скажу. Я, конечно, разделяю твое мнение, что все деньги в интернет. И я согласен с Азаровым. Вот. Яценюк еще просто ничего не говорил. Я думаю, интернет, он тоже скажет. Я тебе хочу сказать, что интернет – это сверх над офшор. Вот так вот можно назвать. У нас сейчас, знаешь, в Украине начали прижимать предпринимателей, бизнес реально начали прижимать, и все начали офшоры открывать там где-то там, то самое, в Шотландии там и так далее. Вот. А многие не понимают, что не надо в Шотландии офшор открывать. Офшор в интернете, он есть, и пожалуйста. Все деньги, которые есть в интернете, это ж не деньги официально. Это некие титульные знаки, которые к деньгам никак не приравниваются. Что ты там делаешь в интернете и сколько ты тугриков заработал? Ну, вы говорите, цифровые деньги. Ну, какая разница? Можно как угодно назвать. Ну, подожди, цифровые деньги, это есть определение цифровых денег. Вот Visa или MasterCard – это цифровые деньги. Там Swift-перевод – это цифровые деньги. А WebMoney, там Яндекс.Деньги, там и куча давай всех платежек – это все тугрики. Хорошо, это что такое Яндекс.Деньги? Но это тоже тугрики, по большому счету. Тоже электронные деньги? Это электронные деньги. Вот, перфект. Я все понимаю, но официально ты не должен платить за это налоги, потому что ты не зарабатываешь деньги. От Инстаграма вы ушли, но давайте поговорим, так сказать, хотя бы об электронной валюте. Мы сказали, это очень интересная мысль, что интернет – это большой офшор, да, собственно. То есть вы всегда в этом офшоре просто предлагаете некие комфортные условия, рассказываете, как лучше там в этой обширной зоне обустроить себя. Да нет, ну это вот по Ютубу я записал уроки, больше ж я просветительской деятельностью решил не заниматься. То есть я нахожу себе. Не, то есть вы считаете, что те уроки, которые вы продавали за деньги, это была просветительская деятельность? Скажите, а сколько приносила вам просветительская деятельность? Хорошо приносила. Не, ну... Но на самом деле изначально... У нас все привязано к доллару, давайте, $100 в день. Ну, было и больше. Больше. $1000 в день. Было. Было. То, когда появилось желание. Что по Инстаграму? Извините, сейчас. Что вот так. Нет, я все-таки хочу сказать про Ютуб. Вот. Когда изначально появилось желание записать уроки по Ютуб, то цель была не меркантильная. Цель была... А что вы понимаете по слову меркантильная? То есть цель не была заработать денег на продаже уроков. А как это вы так плохо к деньгам-то сказали, что вот меркантильная? Вот это как-то мне не нравится. А чего? Почему вы считаете, что заработать деньги – это меркантильно? Я вам скажу пример, сейчас тоже я перебью, если можно. Вот хороший пример, вы знаете фильм «Титаник». Да. Вот он тонет, и самые порядочные люди – это вот нищие там с пятой палубы, вот они хорошие, а все, кто выше, они плохие, да? Только снимаются на деньги богатых. И вы вот богатый человек, как-то вот подводите идеологию, тоже вот стараетесь, как богатый человек, что заработать деньги – это плохо, ну как слово такое, меркантильное. Меркантильный интерес – заработок денег. А чем, чем вам не нравится слово меркантильное? Ну, мне думается, что, так сказать, ну, Я не накладываю на него отрицательный какой-то отпечаток на слово меркантильное. Я имел в виду, что… Мне кажется, заработать денег – вообще прекрасно. Основным моим мотивом, когда я начал записывать уроки, было не… Мотив был не заработать деньги. Вот это я понял, так. Вот, а просто было желание поделиться знаниями. Угу. Вот, и я это сделал. Вот, и хочу тебе сказать, что у меня была бесплатная часть урока, была платная часть уроков. Так вот, имея бесплатную часть уроков, человек вполне эту схему мог взять, использовать и зарабатывать все деньги, и мне он ни копейки не платил. У меня была бесплатная школа, там 4 занятия по часу или по 2, я все подробно разжевывал, как это можно сделать. А деньги я брал уже за уроки, которые были, ну, знаешь как, углубленные со всякими нюансами. Вот, ну, пожалуйста. То есть, кто хотел больше в это дело вникнуть, кто хотел быстрее начать зарабатывать деньги. То есть, а изначально все люди были в одинаковых условиях. Они получали базовую информацию, только одним приходилось доходить до всего своими мозгами, а вторым я помогал за деньги. Ну, нормально. Ну, это нормально, это закон вселенной, так сказать, ничего не делать не надо бесплатно, тогда все будет хорошо на самом деле. Ну, я знаю, что все-таки, как телевизионщик, что телевидение – это наркотик, и вы что же со мной стали наркоманом? Вот я не занимаюсь Ютубом.
Неправда. Вот я-то знаю, я занимаюсь Ютубом, но... Чем-то для души все равно осталось именно с видео связано, так скажем. Во что это вылилось? Это вылилось в свою собственную студию по производству фильмов. То есть мы теперь с вами, так сказать, партнеры. Теперь у вас есть студия. Коллеги. Очень приятно. Ну, я вот Колесниченко, Колес ТВ, вы как? У нас студия буквально она... То есть еще не решили сократить свою фамилию, да, там, Core TV некрасиво, да? Ком-ТВ. Да нет, не будет у нас никаких ни Core TV, ни Ком-ТВ. Мы собираемся выпускать, уже работы ведутся. На уровне сценариев, да? Да, уже даже это самое, сценарии написаны, уже даже делаются непосредственно видео, озвучивается. Вот буквально, может быть, через месяц мы выпустим свой продукт. И мы ориентированы как раз на YouTube. Мы не собираемся пока продавать его куда-нибудь. Но это будет мультфильм, какой-то продакшн. Это будут мультфильмы, это будут общеобразовательные детские мультфильмы, там, допустим, от 3 до 6 группы будут для маленьких, там, от 2 до 3 лет. Ну и будут более старшие группы. Но это в основном все мультфильмы. Интересно очень. Вот так, дорогие друзья, деньги нужны для того, чтобы перевести их все-таки в творчество, конвертировать, да, и выпускать детские мультики. Спасибо от всех телезрителей. Дима, на ты, большое тебе спасибо. Пожалуйста. Вот. Но это пока проект такой, он пока денег не приносит. Он пока только тянет. То есть у вас жизнь делится на проекты, которые приносят деньги или не приносят? А любой проект должен в итоге приносить деньги. Если он деньги не приносит, зачем он нужен? Ну, нет, почему? Вот у меня есть детские новости. А у меня есть душевное желание получать за свою работу адекватное вознаграждение. Если я не получаю за эту работу адекватное вознаграждение, Дмитрий, мне это становится неинтересно. Чем я могу вам помочь? Материально или морально? Вопрос так не стоял. Хорошо, надо сказать, с Ютубом разобрались. Наши зрители узнали, что вы все-таки, оказывается, настоящий добрый, хороший друг. Вы умеете дружить? Как вы считаете вообще? Умею. У тебя в интернете огромнейший авторитет, как специалиста, действительно, с Ютуба оно тянется, тебе сейчас уже никуда не деться, ты имеешь свое лицо, свой имидж в интернете. Скажи, чем он отличается от реальной жизни? Я не знаю, я, наверное, в жизни менее приятный человек, чем в интернете. Вот. А что для тебя более важно внутренне? Твой авторитет в интернете, в этой большой офшорной зоне, в этом большом мире, или в реале? Я не могу разделить, мне и так важно. Но просто... Ну а чем они отличаются? Хорошо. Есть же нюансы какие-то. Вот на твой взгляд. Вот в интернете, говорят... да, я могу объяснить. В интернете люди находят меня сами. То есть им интересна та информация, которую я давал. Им интересен мой стиль изложения. Вот, они понимают, о чем я говорю. У них со мной приблизительно одинаковая парадигма мышления. А в реальной жизни, так получается, что мне приходится искать людей, с кем я могу пообщаться. Вот. И этих людей меньше. То есть моих друзей, мой круг общения, он гораздо меньше. Ваш телефон. Ничего страшного. Вот. Их гораздо меньше, чем тех людей, которые считают меня авторитетом в интернете. То есть круг людей своих знакомых, он небольшой, с кем я могу нормально пообщаться. Вот. А в интернете уже, знаешь как, интернет-то большой, там 200 миллионов в России, 40 миллионов в Украине, там Белоруссия, Казахстан, еще кто-то. Кто-то из них там нашел меня. Он считает, что я даю какую-то полезную информацию. Ну все, с этим завязал. Не, подождите, я же должен все-таки, так сказать, вам скажу перед всеми теперь, так сказать, не покаяться, сказать большое спасибо, Дмитрий, потому что я как производитель это видео, я же раньше не знал, что с ним делать, да, вот у нас тут какие-то каналы и все, а сейчас у меня более 20 каналов, вот, собственно, все потихонечку развиваются. Каждый по-своему, потому что есть творческие каналы, есть для денег каналы, так сказать, как-то процесс идет, да. И вы сказали, тем больше занимаетесь, но я не знаю, так сказать, если сказать, что Дмитрий ничем не занимается, это будет новый анекдот в интернете и в жизни, так сказать. Ну-ка, давайте, признавайтесь, пока только одно слово, не могу вас щипать, потому что работают камеры, это будет некрасиво. Итак, Инстаграм, что там? Ну, там деньги большие. А что для вас большие деньги? Нет, для меня большие деньги это, допустим, миллион долларов.
но я его сейчас не зарабатываю. Но я вижу в потенциале, что там большие деньги. Нет, честно, не зарабатываю. Ну, стремитесь же к этому. Конечно, а кто не стремит. Угу. Давайте так скажем. Человек, который вот с нуля, вот как и я, вот сейчас, а у нас уже просто, так сказать, есть, оказывается, Инстаграм. Вот взял и зарегистрировался в Инстаграм. Собственно. Первое, давайте так. Как вам найти вас? Мне это проще, я взял, позвонил, сказал: Дима, а зачем? Не выделывайся. Зачем? Расскажи так, мне про Инстаграм. Зачем меня искать? Я кому-то денег должен, зачем меня искать? А что ищет человек, когда деньги должен? Ну, как правило, чтобы да. дать. Вы сами сказали, что в интернете ищут для того, чтобы дать деньги. Вы же не искали, что. Ты знаешь, Саш, мы когда-то провели эксперимент. Угу. Вот на своем сайте разместили кнопку, там, где были бесплатные курсы, и разместили кнопку «Отблагодарить за информацию». Ну, вот каждый сколько. И даже кнопку сделали 100 рублей всего. За все время, за года два, наверное, было около 10. При этом, при всем, что обучение прошло более 100 тысяч человек в бесплатной школе, около 10 человек всего-навсего нажали кнопку и перечислили по 100 рублей. Ну, тут остается вопрос, либо информация была неценная, вот, либо что-то другое. Ничего, нормальный процент конвертации тех людей, которые могут вот, искренне... 100 рублей? 100 рублей. Тогда это было на наши деньги, это 30 гривен. Так мы же не говорим сейчас, что вы должны бесплатно разместить кнопку, что здесь бесплатная ты информация. Ты говоришь, меня найдут, чтобы деньги дать, я сомневаюсь. Ну, 100 тысяч, мы, как правило, сами берем. 100 тысяч человек, которые прошли официально, нет, просто бесплатно прошли у меня обучение. 100 тысяч. А ну, есть же был какой-то процент платных? Были люди, которые потом покупали курсы. Так, Дмитрий, еще раз. Вы все равно, я же тоже, так сказать, как и вы, имею тоже харизму. Скажите, Инстаграм, можно где-то бесплатно что-то? У вас будет так же, как в Ютубе, сделано бесплатно и платно? Нет, я не собираюсь. Я не собираюсь по Инстаграму. То есть в ближайший год я никаких информаций по Инстаграму. Дмитрия в интернет, он будет разрабатывать Инстаграм. Нет, Дмитрий там будет зарабатывать. Он сейчас там уже Дмитрий будет зарабатывать Инстаграм, а мы будем внимательно смотреть. Я думаю, поэтому, наверное, Инстаграм является сейчас одним из таких быстро растущей социально интересной сети благодаря таким, как Дмитрий. Спасибо вам, Дмитрий. В соцсетях вы участвуете? Как-то вы отсматриваете? Что происходит вообще в интернете? Фейсбук мне нравится. Чем? А я не знаю, наверное, общество. Там общество мне нравится больше, чем ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну, ВКонтакте это как-то помоложе. У нас считается, что пенсионеры в Одноклассниках, да? Не-не-не. Фейсбук средний класс? Или вы не делите по... Я не делю по возрасту, я делю по умственному развитию. То есть ваше вот умственное, то есть можно такой тест провести, так сказать, какой тебе нравится. Кто в Фейсбуке, тот... Тот более так, менее. Кто в Одноклассниках, кто вообще трэш. Трэш? А трэш это что? Переведи. Мусор. Трэш это мусор, да? Я думал, так вот, делал-то вот, это удалить, да? Ну, я не знаю. Ну, трэш. В Одноклассниках и ВКонтакте я не нахожусь, мне нравится Фейсбук. А что же, как же, какую характеристику дать мне, я везде? Разносторонне развитый. Да? Хорошо. По всем. Ну, не трэш, нет? Нет. Хорошо. Итак, Дмитрий, вы будете зарабатывать, продолжать в Инстаграме. Хотелось бы еще вам спросить о том, как вы видите вообще слияние уже вот намечается и виртуального бизнеса и реального бизнеса вот по Харькову, по... Мне сложно сказать. Я от реального бизнеса давно ушел. И реальный сектор... Хотя, как ушел? Ну вот, буквально пару месяцев назад, да, пришлось заниматься в реальном секторе. Это чем? Да, тем же, чем вся Украина занималась 2 месяца назад у нас. Ну так скажите, чем? А то сейчас вот хоть чем? Валютой занималась. А, валютой, да? Что, разве вы не слышали? Вы не занимались, нет? Нет, я не занимался, мне некогда. Да, занимались. Нет, ну часто можно рассказать. Тема-то сдохла, в принципе. Почему не рассказать? Часто уже все, как бы, темы нет. Ну, покупали на безнале доллар, а продавали на черном рынке. Так где же? Вроде же не продавал никто нигде. Или у вас были свои кассиры, как это, или... Как никто не продавал? Продавали все равно. В банке, допустим, в приватбанке в том же безнальные доллары покупали. Вот. Ну как люди, брали карточку, ехали за границу. Кто в Россию ехал, кто в Европу ехал. Вставляли карточку в банкомат, снимали наличный доллар, привозили сюда, в Украину, и тут его продавали.
Отлично, отличная тема. Ну, сейчас уже, говорите, все, закрылось. Все, уже ничего нет. Угу. То есть уже нет смысла заниматься этим? Или некоторые продолжают? Нет, нету. Нет смысла заниматься. То есть, а если продолжают, то на уровне Национального банка Украины и правления Приватбанка или других банков. То есть там выше, да? То есть низы, да, так сказать, подсказки. Они по-другому зарабатывают. Как они зарабатывают? Не, ну в принципе так же, только. Большие объемы. У них нет тех ограничений, которые есть у обычных людей. Скажите, пожалуйста, а что бы вы пожелали новичку, который приходит именно в интернет? Новичку я в первую очередь бы пожелал не бояться и интенсивно учиться. Вот. И чем интенсивнее происходит обучение, тем скорее человек въезжает в тему и начинает в ней действительно разбираться, и у него открываются совсем другие перспективы. И уже вопрос не стоит там в заработке $100, вот, или там $100 в месяц. Ну давайте пожелаем им, чтобы они зарабатывали столько, сколько вы зарабатываете в день. Сколько вы зарабатываете в день, вот столько и пожелаем. Сейчас немного. Ну вот если брать Инстаграм, то в принципе немного, около 600-700 долларов в день. Но я считаю, что потенциал там выше. Я сам недавно как бы в этой теме занимаюсь. В принципе, то, что я сейчас тебе рассказываю, в этом нет абсолютно, я тему не вскрываю, потому что это вот то же самое, что ты меня спросил раньше, чем ты занимаешься, я бы сказал Ютубом, вот, а не зная мои схемы, точно так же, ну да, Инстаграмом. А что я там делаю в Инстаграме, ну если схемы нет? Я натыкался несколько раз на курсы по Инстаграму, вот я их даже приобретал, просматривал, дохлые курсы. Вот я ничего там для себя интересного не нашел. Ну, в том плане, что они рассказывают, что такое Инстаграм, конечно, вот, да, что это социальная сеть, как там фотографии добавлять. Ну, никто ж не рассказывает, а зачем, а как это работает, а как там деньги зарабатывать. Все равно нужно покупать. Вы пожелали новичкам, давайте, так сказать, все-таки, чтобы наши, все, кто нас будет смотреть, понял, кого вы подразумеваете, и что мы вкладываем, вы вкладываете, и ты, и я, что мы вкладываем в понятие новичок. Новичок — это же не в плане молодой человек, нет, а в плане, нет, наверное, вот я знаю людей, и у меня друзья, есть им за 86 лет, 87 лет, и они зарабатывают очень серьезные деньги в интернете, так сказать, и то, что вы назвали, это так, ну, так, это на самом деле то, что вы сказали, это, ну, начальный стартовый такой хороший такой вот заработок в интернет, это немного. Это немного. Для интернета это нормальные деньги, и ну, такие, приятно иметь эти деньги. Просто действительно вы, я полностью с вами согласен, многие именно боятся сделать этот первый шаг. Вот этот интернет, потому что, знаете, почему мне думается, Дмитрий? А, Дима, так это же учиться надо. Это же надо поднять пятую точку, собственно, и учиться. Очень много, так сказать, от платежных систем, от очистки. Ну, может, им просто тяжело? Там же надо. Таких много понятий, как куки. Вы знаете, что такое почистить куки? Конечно, знаю. Я хочу сказать, что у меня просто никогда такой проблемы не было. Я люблю учиться. Ну вот поэтому, наверное, вы зарабатываете на начальном этапе, только вникая во что-то, $600-$700 и... В день. В день. Да, в день. Да. Я хочу сказать, что новичок – это не возраст. Новичок – это любой человек, он приходит в новую тему, он в этой теме не ориентируется, он не новичок. То есть, и чем больше он начинает в этой теме ориентироваться, тем скорее его статус меняется на продвинутого пользователя из новичка. Большое спасибо, Дмитрий, за то, что вы пришли. После эфира, так как вам снимут петличку, мы будем продолжать вас пытать, как вы зарабатываете в Инстаграм. Давайте подведем итог, что бы вы пожелали нашим зрителям. Я хочу пожелать зрителям не бояться демонстрировать свою некомпетентность. То есть все люди в чем-то могут быть некомпетентны. Вот. Не бывает человека, который во всем ориентируется очень хорошо и все знает. Вот. Если вы не будете бояться демонстрировать свою некомпетентность, перед вами, собственно говоря, открыт весь мир. Вы можете, перед вами есть развитие. Если вы будете думать, что некомпетентность делает вас смешным, вот, или это позор будет, то вы закрыты для развития. Соответственно, не бойтесь, вот, пробуйте. Да, каждый бывает новичком, но новичком человек бывает недолго. То есть он начинает учиться и становится уже как бы нормально разбирающимся в теме человеком. Поэтому не бойтесь этого, покоряйте новые вершины, открывайте новые направления, вот, развивайтесь.
Спасибо большое. С нами был Дмитрий Комаров, который активно зарабатывал на Ютубе, а теперь его необходимо искать в Инстаграм. Спасибо, оставайтесь с нами. С вами был я, Александр Колесниченко, и программа «Делай деньги». Удачи всем!